Что такое? Ой, на зубе сейчас дыру протрет. Сейчас на зубе дыру протрет. Сейчас, наверное, будет кувыркаться. Да, вот так вот. Вот так вот. Хопана! Ай, молодец! Ай, да ты красавец какой! Молодец, да, вот так вот. Вот так вот, молодец, Симба. Как ты кувыркаешься, здорово. Ой, вообще. Вообще, вот все 28 человек вообще офигели. Да, вот так вот, вот так вот. Это у нас такие па. Да, это Симба у нас «Танцуем лежа» называется. Да, Симба? Это он задумался такой. Вот так, вот так. Очки, тетечки мои, ляпотечки мои, желюдии мои, львы. Мои шляпки, львы. Давай. Че, еще будешь кувыркаться? Куркаться будешь? А? Обзянка? Симбоня! Ты будешь кувыркаться? Вот он стесняется. Стесняется, думает. Привет всем присоединившимся. Анжелочка, привет. Привет, привет, соседи. Анжел, мы сегодня не стали покупать мясо, потому что это позавчера Карен Вачиганович купил. Вот целую тушу. Как мясо закончится, мы сразу с Юлёшкой поедем на рынок. Иди, боже мой. Вот, началась игра охота. Охота на тетю Юлю. Да, скажи, это блогерша, да, пикается. Сегодня. Иди, моя птичка деловая такая, вот так вот, да. Иди. Вот так, да. Вот он мой носик завазит все глазу, носики, усики, колопусики. Да, запас карман не тянет, вы правы. Денюшка никуда не денется. Идем. Ой, что-то там урчит. Урчит что-то. Где мой охотничек? Давай каканьку уберу из глазика. Каканю давай, тетка уберет. Вот с этого. Хотите? Дай. Бежур. Боюсь заготовки-то. Да, запас душу греет. Да, вот так вытирай сам. Вот Симба там сам глазик вытирает. Да, ты глазик вытираешь? Ты будешь охотиться-то? А, сейчас кувырок, да. Сейчас кувырок. Опа! Видали? Вот так вот, да. Вот какая ляпка кушная. И вот это тоже кушная. Вкусные лапки у Симбы. Вкусные вонючки такие. Да, Симба? Боже мой. Тетя такое великолепное. Тетя такое сладкое. Сладкое невероятно красивое, ласковое, любимое, прелюбимое. Да, львеныш растет не по дням, а по часам. Да, львеныш, ты растешь? Ты что, растешь, что ли? Симба! Ну чё ты там? Притих. Кто там? Кто там разговаривает? Кто это там разговаривает? Да, Лёвыш огромный. Кому-то кажется, видимо, что он не очень большой.
Ребята, он огромный. Да, он. Чё бы ему не радоваться? Пожрать ему под рыло под нос приносят. Под мосю, под нашу львиную, да? В жопку целуют. Скажи, у квартиры приборку делают, да? Скажи, маломальские условия обеспечили. Кто-то вот пишет возмущенный комментарий, что вот такой маленькой клетки. Друзья мои, эта клетка лучше, чем смерть в той сарайке, из которой он был забран. Это пока вот лучшее, что могло случиться в его жизни. Мы какие условия можем, такие обеспечиваем. Зато они все живы, здоровы, вон счастливые, кукошками звенят, да? Да, львёныш. Ти, ананас с усами. Ой, ой, что такое? Да, Африки только нет, но ничего страшного, зато есть вон танзанская бабочка. Скажи, хотя бы, да? Да. Иди, иди, такой охотник. Иди, где такой красивый лев? Симба. 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 Сейчас он вас поймает всех. Разбегайся, кто может. Разбегайся. Вот так вот, скажи. Вау. Колесо, скажи сейчас. Бау. Вот так вот, да. Вот так. Отчи. Боже, стиж мой, чичкоридзе ты моя. Вот так вот. Ох, там-то, скажи, тарелка. Не получилось, скажи. Ну, бывает. Бывает. Чего? Чего ты, моя золотая? Давай скорее. Давай, побежали, побежали, побежали. Ну давай, раз, два, ай, ля-ля-ляшки мои. Оу, оу. Вот так вот, видали? Видали, высота вольера 2,5 метра. Присел на жопку ровно, сидит. Симбося, смотри, гости пришли. Чё притих-то? Давай, слазивай. Ать, ать. Ах, скажи, ох, где? Какие пришли ко мне. Да, да. Ой, все убежали. Все, скажи, бросили, скажи, меня. Скажи, вот собаки черные, да? Да. Давай, давай, сейчас мы, скажи, соберемся, скажи, сейчас будем кувыркаться. Да, вот так вот, давай, вторую, давай, давай, давай. Вот эту вот так подтягивай, да. Вот и наш йога. Вот так, да, вот так вот, вот так вот. Вот скажи я как могу, вот так вот могу. Вот так вот. Давай, давай, слоника покажи, давай. Вот так вот. Ай, молодец. Корявые у тебя кувырки, конечно, получаются. Но все равно все балдеют. Да. Ой, че мой хороший. Моя львиномольда моя. Давай. Охотиться будем? Симба. Симбоня. Мяу. Симба. Симбубурик. Нет, Гаврюшка еще здесь. Вот недавно его показывала. Эшли его отбивала у тайганчика. Гаврюшек пока здесь. Сейчас там конюшню достроят. И это, надеюсь, что у нас хотя бы Гаврюшу заберут. Где? Все. Пока прилег, пошлите. К Евышу сходим. Ой. Что-то куда-то помощник блогера запропастился. Сейчас руку помою. Лео,
Ты что, потерялся? Иди здесь, мудзе, вот тут вот такая вот ходит. Побежал, побежал, побежал за пулей. Тослина. Девочки, осторожно, осел может это сзади подойти укусить и легается. Так что от него нужно подальше держаться. Правильно, Ноча, правильно. Вот так вот, и быстрее, быстрее прятаться за меня. Молодец. Ну-ка, ушел оттуда. Уйди, блин. Сейчас возьму лопату, блин, кому-то. Вот как лопатой вот. Вот лезет ведь, а. Это вот сегодня мусор вывезли.